ваши части тела выступают не по делу. Если вируса бактерии не хотите представления, все, что нужно, подберу я в аптека.ру. В понедельник в Самарской области облачно с прояснениями, пройдет снег. Днем 7-9 с минусом, ночью 4-6 градусов ниже 0. Ветер северо-западный, скорость 2-4 метра в секунду. В Сызрани облачно, но будет выглядывать солнце. Днем минус 7, ночью минус 3 градуса. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. В Тольятти пасмурно, осадки в виде снега. Днем минус 8, ночью минус 4 градуса. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. В Самаре облачно с прояснениями, возможен снег. Днем минус 8, ночью 6 градусов ниже 0. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 75%. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.